нам предоставили записи с камер самого прохода в залы кинотеатра, с которых видно, что двери были не заперты. Люди, ну, действительно, все выбегали, и остались только наши, потому что там был, ну, детский мультик с детишками. Они промедлили, пока не добрались уже до выхода. В коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный, и какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Спасателей, как вам известно, не прибыло. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли, насколько мне известно.